Так, и снова здравствуйте, как говорится. Сейчас покажу вам, как я оформляю свой дом к Новому году. Берутся гвоздики с шляпкой, ну, разумеется, и гирлянда. Размер гирлянды, ну, примерно на чуть больше метра. Гирлянда на проволоке, проволочная, поэтому очень легко закрепляется. Видно? Вот почему именно со шляпкой рекомендую? Потому что... Ну, здесь уже не видно. Потому что очень легко крепится, обворачивается гирлянда вокруг этой самой шляпки. Ну, вот как-то так. Хотела еще показать, какие елочные веточки я использую в оформлении. Видите, с эффектом заснеженного. Они, конечно, стоят недешево, но это покупка на года. И вот такие цветы красивые, заснеженные. То есть разные-разные. Как уже говорила, я покупала... годами все свои украшения. Ну, какая красота. Еще хотела сказать один момент. Очень важно саму гирлянду елочную закрепить крепко-накрепко. Потому что, допустим, если вы будете какие-то игрушки вешать, их будет достаточное количество, чтобы гирлянда выдержала вес. Поэтому я гвоздиков не пожалела. А вот эти веточки, каждую веточку я закручиваю хвойничкой. Ну, тоже, чтобы крепко держались, потому что еще будет... иллюминация, еще там что-то повешу. Итак, у меня ушло 6 гирлянд. 3 с одной стороны, 3 с обратной. И 7 я пустила еще чуть-чуть, сделала как навершие. Я вам хочу сказать, что камера сжимает картинку. Но в жизни это выглядит намного пышнее и богаче. И, кстати, я бы еще рекомендовала взять еще дополнительную гирлянду, но не помешает. Я ее почикаю и какие-то дырки закрою. Да? Неплохо, по-моему. Я хочу вам сказать, что навыки флористические я получила, когда работала в крутой компании, но не флористом, менеджером. Вот. Но девочки меня научили всему. Поэтому я умею, могу, мне нравится. Я поставила, у меня много разных гирлянд. Разноцветных и по размеру, но самый лучший для меня это мерцающие, нецветные. Либо вот такой вот холодный, либо теплый свет.